Привет, дорогие подписчики! Это канал Левоцкий Хаус, канал, посвящен строительству частного дома. Как видите, очередной день, и мы опять копаем наши траншеи. Наконец-то, я думаю, уже что-то сегодня уже закончим. Это уже их третий день или четвертый день мусолим по выходным. То есть я уже все выходные, можно так сказать, потратил на эти траншеи. Сегодня что мы сделаем сейчас? В первую очередь наше отверстие заделаем вот септик канализации. И второе, что мы сделаем за сегодня, это вот видите наш водопровод. Мы его закрутим и здесь выход утеплим пеноплексом. Так что как-то так. И вот и проложим кабель. Такие у нас сегодня мероприятия, так что поехали. Ну что, полезли замазывать? Так, друзья, смотрите. Вот мы заделали наш вот канализация и септик. Сейчас приступим к водопроводу. Пускай здесь пока подсыхает. Потом докопаем. Полетели. Ребят, нанял бы я кого-нибудь в помощь, но сейчас рабочих нету. Даже вот Хабиб, который мне Нурали присылал, и Фердауса, их нету. Кто-то дома, кто-то уже работает, других нету, он сам ищет. Вот так, никто работать не хочет, придется самому пока. Но я попробую подыскать еще кого-нибудь, потому что тяжело одному все делать. Ребят, приступим мы уже к прокладке нашего электрокабеля под насос, наконец-то. Сейчас еще тут вот выкопаем
траншейку небольшую, вот где будет во времянку подходить кабель со щитка, и сюда же мы пустим в эту маленькую небольшую траншею, тут она не глубокая будет, пустим наш кабель под, для насоса и автомата. Надеюсь, в этот раз кабель в гофру мы нормально засунем, будет быстро, не так в предыдущие разы, когда мы протяжку теряли. Сейчас посмотрим, мне кажется, будет быстро. Понаблюдаем, даже интересно самому. Как я уже говорил, на автомат и на насос я взял медь полторашку. Вот. Нагрузка от автомата и насоса где-то около 2 киловатт. Этот кабель выдерживает около 3,5 киловатт. Так что, я думаю, нам достаточно будет. Больше у нас там ничего не будет. Так что, но если свет, то я буду ставить какой-то светодиод и все. Там нагрузки тоже никакой. Так что будем использовать этот. Что, ребят, могу сказать, в этот раз наука нам далась намного быстрее, так что опыт все-таки сказывается. Лучше вот второй раз делать было намного проще и приятнее, так что и у вас так получится. Ну что, дорогие зрители, приступим к самому любимому — копать. Поехали! Я устал. Я вот честно вот не знаю. Либо засыпать это песком. Завтра вот приедет экскаватор. И засыпать вот этим вот карьерным песком. Либо может использовать этот. Тут он, тут не очень много камней. Завалить вот эту вот траншею. Честно, не знаю, не знаю. Так, ребят, траншею я завтра буду досыпать. Наверное, попрошу экскаватор пару ковшов еще сюда кинуть, растаскаю его, чтобы немножко выше было, чтобы точно камни уже не повредили, которые буду, скорее всего, вот этим грунтом засыпать. Так что это мы на завтра оставляем. А сегодня мы еще попытаемся сделать это. Сейчас уже темнеет, может, я не знаю. Обозначу вам завтра, покажу результат. Вот. Вывод водопровода утеплим пеноплексом. Я уже, наверное... Нет, я буду снимать, но посмотрим. Если будет плохо видно, то я просто потом конечный результат покажу и все. Вот как видите, в дневном свете, вот как мы сделали выход наш водопровода. Вот что-то типа того. Еще внутри вот сюда добавим пены, запеним это все дело. А так, в принципе, все.